Ну что, привет, мои дорогие подписчики, с вами, как всегда, ваш Юрик. Так, вижу, особо здесь на сундучок никто не бежит. Давайте мы сразу стартанем. Так, деревянный мечуня. Отлично. Это нам тоже, ребят, пригодится. Отбиться от дураков некоторое время. Это вполне себе нормально. Как вы видите, по нашей тактике там уже парни бежат. Мы сегодня будем бежать совсем по иной тактике. Сегодня, ребята, я буду неизведанное искать. Во, изведывать неизведанное, можно так сказать. Вот. Отлично, так. И мы сегодня будем бегать по низу. Ничего сложного, ничего нового. Только немного... Ну, хотя новое есть. Это действительно новое. Потому что я здесь еще не бегал. Это первый раз. Нет, ну, на ЛП я начинал бегать. Я бежал на гору и заканчивал здесь. Но чтобы сразу вот так стартовать. Нет, еще такого не было. Так, стрелы у нас уже есть. Лук тоже. Тихо. Лук сюда. Куда ты это все дело-то? Ай. Жалко, жалко. Так. Все, это дело мы тоже взяли. Я слышу, там кто такого-то убивает. Кто же начинает драку без Юрика? Это просто пипец. Так. И что у нас здесь? Сыр. Отлично. Что-что, но сыра у меня точно не было. Да. Печально, что вот, вот так много повторяется. Ох, о-о-о, вот это сочное мясо. Так, там уже голосуют, что парень читер. Нет, мистер Морозко не читер. Но я вижу, там активно голосуют, что читер. Да, все нажимают «да» своими погаными пальчиками. Хотя я так не считаю. Ладно, ребят, у нас сильно жуткие лаги. Тихо. Смотрите, вы видели, видели? Он на два бока вверх подпрыгнул, как будто я читер. Так, броня. Отлично. Что мне не мешало, это броня, ребята. Сегодня мне, как по-прежнему, не везет. Я как по-прежнему никого не затащу. У меня по-прежнему никакого нормального... Это что было? Я сам себе только что наговорил. Нет, не думаю. Да, смотрите. Я, походу, сам себе наговорил. Вот это эпик. Вот это найс. Сейчас мы с Нубиком здесь оттащимся. Кто готов сразиться с Юриком? Я думаю, вам не под силу. Так. Шлем у нас здесь покруче. Нам эту фигню не надо. Пока что. Ну, это не фигня, но все-таки. Так, низко. Отлично. Так, залазим в середину в дом. Посмотрим, что у нас там таится. Тук-тук. Соседи. Нет никого. Странно. Эх, походу их всех убили, ребят. И шел четвертый день голодных игр. Мы выживали как могли. Так. По пути у меня есть сундучок. Смотрим. Лук. И больше ничего интересного. Все банально. Никакого интересного нового лута я не наблюдаю. Ну ладно. Ладно, ребята. Смотрим, что у нас обутано. Отлично. Просто замечательно. Когда все так обутано. До переноса на арену 11. Ой, извиняюсь. 10 секунд. Походу, ребят, таймер завис. Так, здесь кого-то сгатили стрел. Странно. Походу, я знаю, где они все таятся. Да. Походу, это все здесь. Так, нет, здесь никого нету. А тут что у нас? Да. Здесь никого. Странно. Нужно проверить обстановку. Сколько нас? У нас двое. Здесь есть только один Влад и я. Ах, гаденыш. Ты где, мелкий прок... Ага, вот ты где. Давайте мы тебя сейчас с луком вот так. Хопча. Нафиг. Нафиг. Ну-ка, а ну-ка, иди ко мне. А ну-ка сюда. На-на-на-на-на. Ребят. Это он типа залагал? Что у нас здесь? Он типа залагал. Смотрите, он да, он действительно залагал. Я не понимаю, почему. Что за баг? Что за копатель? Что с копателем такое? Вот дай мне свой шлем. Эй.
Парень, с тобой все в порядке? Давай отнимайся, хпшечка-то. Эй, ах ты гаденыш. Смотрите, ребята, убежал. Лол. Что-то я вообще не понял. Это как? Короче, необъяснимое. Ладно. Пока, ребят. До скорой встречи.